Каждый день мы дышим, едим, спим и двигаемся. Каждый день мы проживаем в городе, полном автомобилей, загрязняющих воздух, электромагнитных полей и стрессовых ситуаций. Лучшее, что можно сделать, это регулярно пользоваться натуральными вещами, которые могут вернуть нас в ту самую среду, откуда мы все родом. Вы посмотрите, какая здесь красота! Чистейший воздух! Даже созерцание этих пейзажей благотворно влияет на душевное равновесие и физическое здоровье. Что же делать, если не удается ежедневно бывать за городом? Во-первых, следить за своим здоровьем и за своим образом жизни. Думать о хорошем и использовать экологически совместимые продукты питания. Издревле шкуры животных использовали не только для пошива одежды, обуви, обустройства жилища, но и в народной медицине. При лечении простудных заболеваний, заболеваний позвоночника, отитах. Овчина способна поддерживать естественную температуру тела благодаря циркуляции воздуха за счет особого расположения волокон. Овечья шерсть содержит ланолин – животный воск, который обладает противовоспалительными свойствами. Шерстяные волокна создают электростатическое поле, благотворно влияющее на здоровье и настроение. Немецкие ученые из Мюнхенского исследовательского центра Гельмгольца нашли необычный способ снижения риска развития астмы в ходе жизни. Они советуют заменить стандартные детские простыни овчиной. Так дети, спавшие на овчине в первые 3 месяца жизни, реже имели астму и аллергию. В рамках последнего исследования ученые проследили за 2000 детей, пока тем не исполнилось 10 лет. Из общего числа 55% детей спали на овчине, и это снизило риск астмы на 79% к 6 годам. К 10 годам риск падал на 41%. Эти данные говорят о том, что овчина и изделия из нее должны быть в каждом доме. Потому что для них меховая компания «Алия» использует специально выделанную овчину, обработанную по самым современным технологиям, с использованием безвредных химикатов, запатентованных в Европе и Америке. И это меховая компания «Алия». Шубы из мутона – это must-have зимнего сезона, так как они экологически чистые, очень теплые и элегантные. Готовы восхищаться? Тогда я покажу, как идеально они сидят. Мутон очень плотный и легкий, из него можно шить разнообразные модели. На мой взгляд, дизайнеры компании «Алия» удачно моделируют и классические пальто, и укороченные куртки, полушубки и манто. В этих моделях используются разные цветовые сочетания, дополнение мутона мехом песца, норки, каракуля. Графические рисунки, модели с капюшоном и с воротником-стойкой, расклешенные и прямые силуэты. Есть среди моделей бренда «Алия» вполне трендовые и абсолютно классические, а также изделия для мужчин. Среди которых не только куртки, которые, кстати, очень выигрышно подходят к любому стилю, будь то casual или бизнес-casual. Среди аксессуаров есть чехлы для автомобильных кресел, ковры и покрывала, подушки и просто приятные мелочи. Пожалуй, что-то из таких подарков будет радовать и греть очень долго, потому что изделия от меховой компании «Алия» благодаря технологичной и качественной обработке сохраняют свой прекрасный внешний вид долгое время. Дарите друг другу тепло! А шубка и правда очень неплохая. Заморские меха даже проигрывают по сравнению с таким блестящим и плотным мехом. И он очень теплый. И фасон мне нравится. По-моему, мне идет. А какой женщине не идет шуба, скажете вы? И будете правы. Мех он украшает, защищает от холода и дает возможность носить легкие платья даже зимой. А такой мех, как мутон, можно носить и днем, и вечером. Меховая компания «Алия» делает массу полезных вещей, за что ей большое спасибо от благодарных покупателей.